А это наша Махаля. Радости, соблазна, безудержной растраты сил и времени, перепалок, ссор, пересудов, скандалов и даже драк. Молодые деревья и цветы, посаженные 3,5 года тому назад. Они проросли сквозь эту плодородную землю. Вот такие вот зеленые внуки, вот такой вот чудный сад. И знаете, никакая генная инженерия для этого не потребовалась.